говорить легко. Помогут наши веселые уроки. My name is Vika. Меня зовут Вика. My name is Pauline. Меня зовут Полина. Hello, Polly. Hello. И мы начинаем наш второй урок. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Lesson 2. Lesson 2. Lesson. Урок. 2. 2. Второй урок. Lesson 2. Повторите, ребята, с нами. Lesson 2. Lesson 2. На прошлом уроке мы с вами познакомились с английскими буковками и выучили алфавит. Надеюсь, все справились с этим. И мы переходим к нашим первым английским словам. Итак, к нам в гости сегодня пришла вот такая красивая, конечно же, лягушка. А знаете, ребята, как будет лягушка по-английски? A frog. A frog. Повторите, пожалуйста. A frog. A frog. A frog. A frog. A frog. Кто же еще пожалует нам сегодня в гости? Мышка. Красивенная мышка. Мышка будет a mouse. Повторяйте, ребята, за мной. A mouse. A mouse. A frog. A mouse. У лягушки-то есть еще малыш. Давайте посчитаем, сколько лягушек. One, two. One, two. Two frogs. Two frogs. Две лягушки. Две лягушки. One, two. Two frogs. Two frogs and one mouse. Frog and mouse. Лягушка и мышка. Повторите, ребята. A frog and a mouse. A frog and a mouse. A frog and a mouse. А вот так. Two frogs and a mouse. Two frogs and a mouse. Две лягушки и мышка. А у мышки есть сестрички. Они называются летучая мышь. Знаете такое животное, ребята? Так вот, летучая мышь будет по-английски a bat. A bat. A bat. A mouse and a bat. Мышка и летучая мышь. А еще есть такое животное крыса. По-английски это будет звучать так. A rat. A rat. A mouse. A rat and a bat. Я сказала мышь, крыса и летучая мышь. A mouse, a rat and a bat. А сейчас давайте еще больше усложним наше задание. Скажем. Лягушка, мышка, летучая мышь и крыса. Итак, a frog, a mouse, a rat and a bat. Повторяем, ребята, с нами. A frog, a bat, a mouse, and a rat. Two frog and a bat. Что я сказала, ребята? Совершенно верно. Две лягушки и крыса. Давайте скажем, две крысы и мышка. Two rat and a mouse. Two rat and a mouse. А еще сегодня к нам пришла собачка. Такая изумительная собачка. И собака будет по-английски a dog. A dog. A dog. A dog. A frog and a dog. Лягушка и собака. Two frog and a dog. Two frogs and a dog. Две лягушки и собака. По-английски эти слова мы запишем так. A cat. Кошка. A cat. A dog. Лягушка. Собака. A dog. Лягушка. Полина у нас торопится и хочет сказать, как будет лягушка. A frog. A frog. A mouse. Мышь. A mouse. A rat. A rat. Крыса. One. Один. Two. Два. One, two. And. И. И a bat, летучая мышь. А сейчас, ребята, будет вам задание, которое вы запишите у нас в комментариях, а мы обязательно его проверим. Итак, напишите,
Две летучие мыши и собака. Две летучие мыши и собака. Две собаки и кошка. Две собаки и кошка. Две кошки и лягушка. Молодцы! Я уверена, что вы замечательно справитесь с этим заданием. А наш второй урок окончен. Ждем вас на наших следующих уроках. Подписывайтесь на наш канал, ведь с нами всегда интересно. До свидания, пока! Пока!